И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в The Forest, будем выживать, поднимать вам настроение, если пьете, кушайте. Приятного аппетита. Ярик, поздравайся. Всем привет. О, мясо, отлично. Ярик, иди кушай. О, у меня полный желудок. Теперь можно идти на охоту и на рыбалку. Так, Ярик, о, все, о, теперь ты тоже сделал. Пошли, там озера есть. Ярик, бери, тут еще мясо есть. Кушай. Кушай. Хорошо, я еще буду есть. Я все съем. Я много кушаю. Два мяса приготовил. Все, Ярик, пошли. А мы идем, идем на рыбалку с сыном. Поели, попили. А смотри, какая у меня шкура есть на руке. Ого, ты как маг какой-то крутой. А камни нам не надо. Так, давайте здесь тихонечко спустимся. О, там вода внизу. Не, туда не идем, туда не. Ярик, туда мы не идем. Давай, наверное, назад возвращаемся. Чуть не в ту сторону мы пошли. Так, дерево. Да нет, тут рядом вода есть. Да? О, я помню, мы тут в прошлый раз охотились. Все, идем, идем, идем. Надо аккуратненько, чтобы я не упал. О, ищем рыбу. Все, отлично. Так, так, так. Давайте, ребята, самое любимое начинается дело. Тем более возле дома, далеко ходить не надо. Так, все спокойно. Надо обойти. Не вижу животных. О, Ярик, смотри. Может, не надо? Я вниз пошел. Я тоже с тобой, Ярик, иду. Исследуем пещеру. Вот это мы залезли с Яриком. Вот Ярик, у тебя ноги босые. Глубоко. Не печет в ноги канат острый? Там еще ниже было. Там, кстати, внизу какие-то дикие люди живут. Они нас бы убили по-любому. Это зомби дикие. Белый свет, наконец-то. Не, Ярик, ты какое-то что-то плохо придумал, я иду рыбу ловить. Я, давайте, короче, костер воду маленький сделаю. Как воду попить? А вот. Я костер делаю. Я вижу рыбу. Большую. Ого, Ярик, смотри, сколько здесь рыбы много. Я палку нашел с головами. О, я нашел кучу мяса и тряпок. Я тень бью, а не рыбу. Умный человек. Да блин, я не могу здесь копьем бить. Ладно, давайте обойдем. Вот здесь. Нет, не могу. Красивая игра очень. Ярик, ты где? Я вижу, вижу. Я делаю. Вижу. О, будем с вышки прыгать потом. Там вышка есть. Тихо. Во! Сколько рыбы! Ничего себе! Ярик, иди ко мне. Иду. Есть! Я одну поймал. Наверное, надо развести костер здесь и сразу ее жарить и кушать. А я там развел костер. Ярик, здесь уток добавили. Я чаек. Это не рыба, это утки плавали, я перепутал. А нет, это чайки, чьи утки. Я костер уже развел. Ну, рыбу поймал. Ярик, иди сюда, вот рыба. Давай, покажи, как ты умеешь ловить. Она за камень заплыла. Читерка. Рыба-читериска. Давай, вот она выплывает. Бей. Бей. Еще слишком далеко она. А, вот ее не видишь? Смотри, Ярик, есть рыба у меня? А у меня ее там нету. Есть. Жди, жди, сейчас приплывет. Здесь ничего нет. Как нам чайку поймать? А надо в нее копье кидать, наоборот, на кнопку мышки нажимаешь, плюс лево. Вот рыба, иди сюда, сынок. О, я рыбу взял. Вот еще плавают здесь. Видят, пап. Я сейчас попаду. Бей его, бей, бей, олененка, бей! Заради выживания! А где ты костер развел? Пошли. Вон там развел, в той стороне. Показывай. Жаль. Классно выживать, такая атмосфера в этой игре. Еще одного мочканем, давай. Еще одного.
Будет у нас много мяса, будем жить с тобой, поживать, оленей пожевать. Добежали, у меня слишком мало хп. Бегу со всей силы. Не, у меня много еды. Мясо пополнило мне так еду, что я теперь вообще не хочу ничего. А, я же еще ягод поел. Ой, моя рыба, которую я готовлю, чтобы покушать. Во, мясище. А какую кнопку менять, я не помню. А вот Q. Не, не Q. R. Во. R английская. Рыба. Рыба. Жарим. Мясо жарим. Листья ж... А, листья не жарим. Все жарим. Я вообще... Короче, попытаюсь на человека охотиться. Что-то пробежало здесь только что. Что-то было. Или птица пролетела. Короче, Пав, я сейчас буду охотиться на чаек. Давай. Зайчик, сейчас поем и с тобой. Тут зайчик бегает. А, это он и бегал. Полные животы набили. Ну, как всегда. Птица летит. А можно копьем птицу убить, Ярик? Смотри. Да. Вот я косожопый. Сегодня тренировка. Метание копья. Птичка, подожди. Вот, смотри, смотри, летит, летит, летит. Фу. Вот я дурачок, свое копье выкинул. Смотри. Тут, короче, птица сюда как-нибудь присядет. Так, мне надо копье еще одно сделать. Папа, я зайчика нашел. Так, а где ты? Я на зайчика хочусь. О, птица. Ребят, попробую попасть. Ну что я такой меткий? Ярик, я птицу палкой в воздухе убил. Да как? Я зайца зарезал. Это было прикольно. Так, давайте еще делаем одно копье. Шкуру возьму его и мяско. Отлично. Пап, смотри, что у меня есть. Подожди, а как копье взять? Нельзя так его взять? А, Ярик, ты у меня жизни тратишь. А что у тебя в руках? Голова зайца, которого я только что убил. Мочим, мочим, мочим. Ты чё на меня... Ярик, доставай топор. Топориком надо. Вы чё нас бьёте? Мы добрые. Чёрт. Я текаю. Ну нафиг, я убежал. Да чё мне бьёшь? Папа, убегай. Нет. Не слишком много. Сейчас у меня энергия пополнится, мы с ним в схватку войдем. Ярик, я убил. Еще один, да? Я за своего сына порву вас. О, папа, я грибы нашел. Это мое мясо было. Ладно, я тебе сейчас пожарим. Давай, жарь мне еще мяско. У меня уже голода, третья часть нет. Ну, четвертая. Короче, я жарю себе хамелеона. Какого хамелеона? А то, что хамелеоны есть, то варан. Ворон. Варан. Ящерица большая. Там варан еще один. Пап, смотри, там варан. О, Ярик, давай попробуем его убить. На корточках иди к нему тихонько, потихоньку на корточках. Не так быстро, стой. Так. Потихоньку иди. Блин, да не, он очень быстрый. Видишь глазик у тебя снизу, когда ты на контроле? А, понял, все, меня глазик никто не видит. Глазик это насколько тебя заметно. Сейчас он сюда обратно вернется, смотри. Так, я кушаю. О, давай проверим клетку для кролика, может что-то попалось? А что ты моего хамелеона съел? А он вкусный. Не, Ярик, никого нету. Так они же тут еще не пришли. Понял. Да, наверное, они долго будут сюда ловиться. Ну подождем, подождем. Уже темнеет. Придется аборигена кушать, чтобы пока выполнить. Да не, мы не будем аборигенов кушать. Ну Ярик, не надо, он невкусный. Это фирменное блюдо, жареный абориген. Приходите, недорого. Давай я тоже лупану. Может вкусная ляжка. О, неплохо, неплохо. Ярик, пошли в дом, возвращаемся. Они сейчас в пещеру начнут лезть и убьют нас.
Надо тем более сохраниться. Ладно, я буду держать зажигалку, а я буду бревна нести. Завтра хорошо. Заберем вторые. Пошли, пошли, пошли. Прикольно придумали, команда. Вроде все спокойно. Они наш дом не ломали. Так, 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 так. Где тележка? Я сейчас на тележку. Давай подожгу костер нам. Во. И листьев подброшу. Ярик, ну что, давай ложиться спать. Давай. Зет. Отличненько, ребята. Сейчас будет утро, светло и голодный будем. Не, не очень. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.